про ошибки, когда говорили, ну, для вас, наверное, не секрет, с вами на эту тему э, говорили мои коллеги, э, неоднозначно воспринимали поклонники и коллеги, и, и уж не знаю, как в семье, э, тот факт, что э, Караченцев появляется на публике, он, что он появляется в эфире, что он появляется на сцене, самые разные по этому поводу существовали трактовки и оценки. Это не было ошибкой сейчас, вот ретроспективно оценивая все это? Я делала ему достойную жизнь. То есть ту жизнь, которая... которую... это было ему надо? Вот, как бы, Потребность! При... Че сидим -то? Может, что сидим-то? Может, все-таки в театр махнем? Все без культур мультур Ты говоришь, куда? Какой? Давайте я... Вот давай пойдем туда. Вы понимаете, что перед смертью он знал, что он умирает, да? Что у него онкология. Мы просмотрели все премьеры в Москве. Мы знали, что мы идем к финалу, и мы хотим насладиться тем, что здесь, в, это, в этом мире. Да, он инвалид, но он хочет это видеть, понимаете? Он шел по улице, по Тверскому бульвару. Скрюченный, да, идет вот так. Ему неловко а то, что он так плохо идет. И вдруг подходит женщина, со мной с передним на колени, целует ему руки. Спасибо, что жил, что ты живой сейчас. Давай, живи! Давай, живи, как Шукшин, до последней капли своей крови. Сжигай себя и не стесняйся. И мы по Тверскому бульвару гуляли, и мы проверяли, бежит ребенок. У -ри -у -ри -у -ри на, на тебе, спасибо, и дает ему шоколадку. Мы приходили сюда с конфетами, с бутылками с Тверского бульвара, каким то придут мужики выпить. Карачинцев живой, на! эти все, в тель приехали, я только привезла его на Мертвое море, отвернулась, я оформляю, да, гостиницу, это мы лечились, но просто на субботу воскресенье к Мертвому море. У него здесь уже виски, конфеты, я говорю, что такое? Народ несет, знают своих героев, понимаете? И они подходили, и целовали его, обнимали. И сейчас, когда мы были в Тель-Авиве уже на облучении, мы приехали в этот самый, как его, гробу Господню в Иерусалим, так его, его несли на коляске люди, которые туда шли. Я а что они, им неприятно на него смотреть? Да хорошо, что он живой. Вот я, знаете, я радуюсь. Ведь многие его друзья, насколько я помню, и Александр Гаврилович Абдулов, и Олег Иванович Янковский, не знаю, как насчет Збруева, но, но эти вот двое ведь весьма скептически оценивали вот именно эти ваши усилия. Вам это было обидно? Олег Янковский, потерявший вес на химиотерапии, уже будучи облученный, когда играл, когда оставалась только одна челюсть и такие тоненькие ножки, он играл. И зал ему аплодировал. Просто каждый проходит свой путь. Понимаете? Олег Янковский не позвонил, когда Коля разбился. Саша Абдулов не позвонил, когда Коля разбился. Марк Анатольевич тогда, 14 лет назад, позвонил. Принес свои, как говорится, соболезнования, сказал, что, что может помочь там театр и так далее, и так далее. А когда он вышел и приехал, наконец, в квартиру, и Марк Анатольевич Захаров, и Марк Борисович Варшавер приехали его навестить к нам в квартиру в шведский тупик. И для Коля это был просто праздник.